Всем привет, ребята! Решил снять вот такое небольшое маленькое видео о следующей проблеме. Данное видео будет интересно для тех, кто заправляет старые картриджи типа 15, 20, 17, 10, 42, 20, 43 и так дальше. Проблема в следующем. Казалось бы, с картриджем все замечательно, все отмыли, прочистили, все внешне идеально, а печатает хреновенько. Более того, грязь при печати, двоит изображение и так далее. Вот в данном случае на этом оттиске мы видим, что у нас грязь идет при печати слева, и слева двоится изображение. Картридж перепроверен, с ним все в порядке, но принтер печатает каждый раз по-разному и каждый раз хреновенько. Что мы делаем? Предварительно разбираем принтер, так как устранить данную проблему, не разобравши его, невозможно. Поднимаем блок лазера. И дальше нам необходимо снять вот этот вот ролик заряда. Снимается он довольно-таки легко, если у вас есть подобная лопатка. Здесь справа есть такая вот защелочка. Отщелкиваем ее и удерживая, не буду пытаться и снимать, и отщелкивать. Поддеваем ролик заряда. Все, он у нас вышел вверх. Далее его берем в руки. Аккуратненько извлекаем из левого бушинга. И вот вся беда в том, что этот ролик довольно-таки грязный. Моется он легко под проточной водой. Ну, я вот мою, наношу на него ферри и просто напросто мою. Далее закутываю в свое рабочее полотенце, отжимаю, сушу феном, вставляю и можно пользоваться. Также обращаю ваше внимание, что справа у нас имеется втулка данного ролика. Ее необходимо тоже извлечь. Извлекается она, здесь есть вот такая вот защелочка, ее нужно отодвинуть. Эта втулочка под пружиночкой у нас выйдет, то есть вот она у нас и выскочила. Ее необходимо тоже взять и вымыть в спиртосодержащей жидкости, смазать токопроводящей смазкой и установить на место. После этого принтер будет печатать просто идеально. Ну вот, собственно говоря, и все. Так, ребята, финал данного видео таков. Вот наш принтер 1710p. Да-да-да, у нас и такие еще используются. Вот так вот он печатает великолепно после очистки валика переноса. Просто восхитительно. Это тот же самый картридж, который, когда мне его принесли, он печатал вот так. Вот я сделал несколько распечаток. Грязь, удвоенное изображение. Вот так он начал печатать после того, как я вымыл картридж. Вымыл его идеально, почистил, перезаправил. Но результат был не сильно хороший. То есть вот это все после чистки. Ну и как финал, это великолепная печать после очистки валика переноса.